Как будто конкурс собак устроен. О, ебать, ничего себе, блядь. Сейчас опять не дела. Блин. Потолок, блин. Потолок. Я тут на другой. О, у них тоже нашло. Все, пацаны, собрались. А наши, наверное, никто. Когда у них нашло, только шо? Да. Он так написал. Ну, ожидание пишет. Аккуратней с мячом. Ой, ебать, как долго грузится. Еще не начали, блядь. Кто-то говорил, что элемент самая баганная команда. Это, по-моему... Да все так, блядь. Или все так, да. Соберитесь. Так, все. Да, это они. А это... У них 4-3-3, как и было. Хехил, блять, у них опасный форвард, конечно. Блять, Ники, конечно, у них Пузан не работает. Ты бы, короче, не работает нихуя у него ник. Ну да. Это еще сокращенный. А ладно, короче, похуй, как у них ник, блять, играть аккуратно, дорожнись мячом, блять. Только понимательно. Когда в защите будем, короче, лучше иногда отдать вратаря там. Например. Всем привет, это снова футбол, на сей раз матч 1/8 финала Кубка. С нетерпением ждем начала поединка и нисколько не сомневаюсь, он получится на загляденье. Вот и пришло время 1/8 финала Кубка. Чем меньше команд, тем ближе трофей. И тем обиднее будет вылететь. Вылетать всегда обидно, но ничего не поделаешь. В мире нет кубков, у которых могут быть одновременно два обладателя. Леша, не слышите. Альба Рамос. Сейчас выходим. Модрич. Отлично сыграно, надо решать. Не неситесь вперед. Альба Рамос. Какой-то туман такой. Лоренте Торрес. Получает он эту передачу, может быть опасно. Навес в штрафную. Здорово. Пытается защита выбить мяч. Четкие действия игрока, вернувшего мяч своей убегайте, команде. Пожалуйста, парни. Вы так ломанулись вперед оба, что я охерел аж. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Тут может что-то получиться. Хорошая игра защитника, хорошо, чисто сыграно. Пересек мяч. Блин, я не проверил мощное. Должен больно. Блять, ладно, пусть. Штрафную подачу есть там кому спасает команда. И как может быть интересно. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Лоренте Торрес. Бейл. Это может быть опасно. Ебать, его попасть не можете. Ставить штрафной, но карточку, видимо, где-то в голове. Не отвлекается. Пластинки. Вышли. Внимательно дальнюю смотрите. Дальнюю, да. Ты их трое на наших двоих. Там черно. Мяч потерян, отличный перехват. Вер давал, прикинь, чушь такой, второй раз на перевели. Нет, не дошел этот пас до адреса. Это может быть попытка с дистанции не очень опасно, ребят, было до ворот. Не точно. Расслабился. Ты не торопись, вратарь. Да пусть идет на другой. На форварда. Пробуем. Вперед, парень. Я на мяч. Лоренте Торрес. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Пока неплохо. Тут защита справляется с потерей мяча. Мяч отобран чисто. Ну как, кто успеет первым? В конце. Удар! Опасный! Ой, хорошо.
Есть. Рожка. Вот может быть опасно. Гол, забивают еще один мяч они. Рожка, и теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Это его второй гол в матче. И это дубль. Да, ребят, играем же будет. Отыграться теперь будет труднее. Иньеста Лухан. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Это может быть опасно. И это удар! Опасно! Этот гол увеличивает отрыв от соперников в матче Кубка Лиги Электроник Арт. Ну сегодня они просто сильнее. Впечатление такое, что просто над соперником издеваются. Отлично сыграно, надо решать. Дальше защита, выбить мяч. Отобрали мяч у соперника, все, все, забыли, теперь можно начинать свою атаку. Повтора. Чуть-чуть бы везение нападающим, да, хотя шансов там особых не было. Последнее слово за защитниками. Они здорово организовали классический искусственный офсайд. Центральный? Да, да. Лен, смотри своего этого оставить. Надо, я вижу, вижу, вижу. Есть. Я-то его буду держать, а то все равно. Смотрите, дуга. Лоренто Торрес. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Блин, мощного походу нет. Сейчас не буду торопиться, но вот так делаю. Блять. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. По флангу тебя есть. Поперек опасно. Это не поперек, он нежный, отдал центр. Великолепную реакцию демонстрирует голкипер с ближней дистанции. Широк, и взять такой мяч, конечно, было чрезвычайно трудно. И мяч будет введен в игру с угла поля. А скидка может быть. И в центр штрафной мяч летит. Тащил один удар, но может быть и второй. Итак, у нас аут. Кехил, кехил может отдать. Сегодня зону лёшь свою. Можно было получше мячом распорядиться. Лучше, молодец. Ворот. Тут может что-то получиться. Да, всё. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Модрич. Да, блядь, мяч играем, играем, играем. Бэй. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Лоренто Торрес. Хорошо. Отобран мяч, надо возвращаться. Блядь. Да ну как? Может получиться интересная атака. Хорошо. Защита надежно играет, мяч отобран. Агуэр. Друзья, мы что, будем смотреть передачу назад? Все, все, поехали, давайте. Да, нормально. Нормально. Ну, до конца. Бэйл. Блестящий счет сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Лоренто Торрес. Хорошо, что можешь вынести. Нет. Лучше сам вынести. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. К сторонам. Место Лука. Просто ебаный. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Это может быть опасно. Блядь, нет, не надо. Блядь. Двойной такой рикошет, сука. Аккуратненько. Я просто специально отошел назад, что у меня... Микрофон активирован. Как же здорово награждать. Я все, прошел момент. Прошел момент. Передачу прочитал. Отыграли. Я понял. Хорошо, все.
Теперь его покидай, потому что 45-е. Микрофон мьютед. Блядь, сильноват. Пойдет. Так сейчас это в центральный круг, я ухожу и еще кто-то придите, пожалуйста. Да, да, ЗЛЗ и ПЗ, а я на подборе. Сань, сейчас навешивать не надо, разыгрывать, только навешивай на близку. В центр штрафной подан мяч с углового. Блядь. Нормально. Нас всегда владение меньше, блядь. Мяч не держим, быстро атаки идем. Выдохните там. Расслабьтесь, ручки встряхните. Ну, голевую дали, кстати, за тот, который от штанги там бил. Сейбот, по-моему, добивал. Да. Первый гол. Пойдут по банк, так что надо ловить их на контратаках. В первом тайме команда обеспечила себе очень комфортное преимущество. Это может быть опасно. Модрич. Справляйтесь с ударом, голкипер, на этот раз. Знаешь, а я скажу, что ему просто повезло. Хороший. Один. Бэйл. Там и слева, и справа были открыты. Очередная потеря. Модрич. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Можно было пятками. Это может быть опасная атака. Нормально. Нарушение, безусловно, было, и что решит арбитр? На желтую, пожалуй, игру наработал в этом эпизоде. Леша, я встаю. Подбор забрать сейчас. Право. Грин, забегать тоже. Защита первая на мяче, вынос. Отлично сыграно, надо решать. Хорош. Их назад ему. Ладно, либо назад ему. Ладно, ребят, приехали. Либо да. Да я пас нажал, а в то направление не нажал. Просто. Прекрасный пас на ход. Хороший. Зона нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же в штрафную. Состоим в позиции сзади нас. Хороший. Мяч на боковой линии. Просто невероятно. Хорош, очень важный перехват. Конечно. Не очень аккуратно стоял в одной сейчас футболист, но можно до конца борить. До конца. Посмотрим за этой атакой. Есть тут возможность к воротам убежать. Блять. Опасно! Вот, тем сука, временем они возвращают разрыв в счете. Просто херня, блять. Да херня забитовая, все. Шикарная атака приводит к такому. Не пиздите, тут чуть-чуть держите. В атаке мяч держите. Тем временем у нас 3-1. Такие передачи придают атакам остроты. Агуэр. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Две трети матча сыграно. Последние полчаса игры смотрим. Тут может что-то получиться. Лоренте Торрес. Ну что? Может быть очень опасно. Желтую карточку показывает арбитр в этом эпизоде. Кехин. Хорош, молодец. Норм, норм, норм. Парни, где вы низко не солитесь, пожалуйста. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Здорово, слышишь. Что там было? Мы сделаем, чтобы попасть в ворота, пусть и пустые. Что там было?
Давайте вот вратарь в очередной раз хотел забрать. Видимо, охранял. Именно поэтому задача игрока с мячом была максимальной. Это тоже важный гол. Попасть была надежда. Нет, конечно, впечатление такое, что просто над соперником издеваются. Полет. Убрали. Лоренто Торрес. Иньеста Лухан. Избегание спина. Это может быть опасно. Твою авто опять эта хуйня. Блять. Все нормально. Пересек мяч боковую линию. Вот, Миша отмах. Здорово. Агуэр. Спокойно. Сам попробуй, сам спокойно, да. Что такое? Все. Тихо. Неплохой был пас, но соперник открыл. Ударище просто. Ребят, очень. Да, парни, ну, на том ударище. Microphone activated. Я понял, ладно, поехали. Поехали. Бля. Microphone muted. Офсайд. Да. Вышли. Вот дайте или не вышли. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Лоренто Торрес. Может получиться интересная атака. Блять. Удар. Удар. У нас угловой. Мне сплэш помог. Ну, ладно. И прямо в центр штрафной мяч летит. И выносится мяч из штрафной. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Атака прервана. Мяч летит в сторону ворот. Да, ебать. Это опасный штрафной. Microphone activated. Не знаю, Ростик, надо, нет? А вот это уже здорово. Он бьет. Перекладывает. Играем. Microphone muted. Ладно. Модрич. Компания. Печальное зрелище сейчас представляет собой эта команда. Никто не верит, что в этом матче можно что-то изменить. Похоже, для них все кончится. Давай. Момент для удара. А штанги мяч отправляют. Защита справляется. Сразу касание. Microphone activated. Microphone muted. Потерял он мяч, но кому он достанется? Как так? Ебать, он же выиграл, блядь, я понимаю. Примерно 8 минут осталось играть во втором тайме. Хорош, Игорь. Ну, понятно. Справляется голкипер с этим ударом, достаточно сложным, кстати, а до этого эпизод играл, прямо скажем, не очень здорово. Мы скоро узнаем, что это, случайность или все-таки перелом в игре. Давай, Сань, попробуем еще раз. Мяч летит в центр штрафной. В следующий раз разыграл, короче. Кехи. Альба Рамос. Центр, говорит. Бейл. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Угадали замысел соперника, они и завладели мячом. Отлично сыграно, надо решать. Шанс убежать в контратаку есть у команды. Можно. Давай. Блин, я не ту кнопку нажал. Ха-ха. Я тебе паспорту отдать, задал удар. Тихо. Переволновался. Здорово. Просто промазался кнопки. А можно было мне в один момент. Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. Встретим. Какой удар! Вратарь! Вот это сейв! Команда готовится к подаче в главу. Помоги, Флэш.
Кстати, не успеваю, видишь, на всех парах бегу. Нормально. Подержи. Не спеши, сплэш еще не... Нормально. Ставит корпус, не расстается с мячом. На место ставь. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Видно. Нормально. Ну что же, игра завершилась. Примерно такой же сценарий, как вчера, блядь. Ну, в целом, да, только. Были, конечно, такие моменты, где мы могли, блядь... Да больше не вели, там, 3-4-0 тогда. Выпустить из своих рук, скажем так. Были. Неплохо. Ну,